Вот уже более 100 лет в нашей стране существуют военные комиссариаты. Полномочия и функции их были и остаются, конечно, с поправкой на время, близкими и понятными. Они реально укрепляют обороноспособность государства, обеспечивают призыв новобранцев в вооруженные силы. В настоящее время военкоматы занимаются не только обязательным призывом и работой с контрактниками. В числе их задач – поддержка российских ветеранов всех современных военных конфликтов, социальная помощь бывшим военным и патриотическое воспитание молодежи. Словом, значение военных комиссариатов в нашей жизни трудно переоценить. С профессиональным праздником сотрудников военкомата города и района поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. И вы стоите рядом с проблемами мобилизации, стоите рядом с патриотическим воспитанием наших ребят. Значит, вы занимаетесь именно формированием, готовите к военной службе нашу молодежь. Поэтому хочу сказать вам большое спасибо за совместную работу. Действительно, у нас очень хорошее взаимодействие, понимание с полуслова. Мы делаем одну общую задачу. Я хочу вас поздравить с профессиональным праздником, пожелать всем, конечно же, здоровья, мира, добра, благополучия, радости. Самые добрые слова сказал в адрес представителей этой важной и нужной службы председатель Совета Славянского района Григорий Литовка. Славянский военный комиссариат, он один из лучших. В каком плане? По призывам. Я всегда отмечаю на любых мероприятиях, что у нас всегда все слаженно проходит, всегда выполняются те поставленные задачи, как говорится, высшим нашим командованием по призыву нашей молодежи. Это немаловажно в сегодняшнее время. Это благодаря вашему профессионализму на местах уже собрана такая прекрасная команда, которая трудится на благо нашего района, края, ну, наверное, на благо страны в целом. За добросовестный труд и в честь профессионального праздника благодарственными письмами и памятными подарками были награждены лучшие сотрудники военкомата. В их числе был и старший помощник военного комиссара Игорь Закирко. Хотелось бы сказать спасибо главе Славянского района за поздравления, за то, что по достоинству оценили выполняемый нами труд. Наша работа, я считаю, важна. Мы выполняем задачи по обеспечению мобилизации, призыву юношей. Я считаю, что в наше время это одно из главных этапов для обеспечения обороноспособности нашей страны. Сейчас в Славянском горрайвоенкомате, как и по всему Краснодарскому краю, полным ходом идет весенний призыв. Необходимо провести призывную кампанию на высоком организационном уровне. Сотрудники военного комиссариата прилагают усилия, чтобы все намеченное было выполнено. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».